В преддверии Дня Победы республиканские ведомства чествуют своих ветеранов и тружеников тыла. В прокуратуре Чувашии состоялось торжественное собрание. В нем приняли участие и сотрудники Следственного комитета. Эти люди всю свою жизнь отдали служению Родине. Благодарности, грамоты, юбилейные медали 70 лет Победы получили бывшие работники прокуратуры Чувашии. Многим вручены ведомственные награды. Одним из награжденных стал Василий Ефремович Долгов. Ветеран труда, он проработал в надзорном ведомстве более 40 лет. Ну, это моя заслуга за военные годы. Военные годы я не только учился, работал в колхозе. Вот это объединили учебу и работу в колхозе, поэтому мне дали, что я труженик тыла. Мне Чайка прислал личные поздравления с этим праздником. Путин прислал домой ко мне личные поздравления вот с этим праздником. Мой авторитет был не только в республике, но и там меня знали. 9 мая – праздник, который объединяет все поколения. Правопорядок и законность нужно соблюдать во все времена. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика.